Шторы нужны каждому дому, нужны каждой комнате. Ну, согласись, что порой штор недостаточно. Угу. Да, и у нас есть сюрприз сегодня. Приходится докупать тюль один. Согласна, но только не сегодня, потому что у нас полноценный комплект. Это и портьеры, и фототюль. Я представляю, сколько это будет стоить. Тюль отдельно, 1003 на нашем телеканале, портьеры 1004. Наверное, это предложение должно стоить... 1089? Нет, нет, еще раз нет. Сегодня специальное предложение для вас, дорогие наши телезрители, с максимальной скидкой. Вот этот полноценный комплект для вас за 3400 рублей. Называется «Готовое решение». Две портьеры и два полотна тюля, парфюм. Так что, друзья, звоните прямо сейчас и заказывайте. Оль, на самом деле сюрпризы еще не заканчиваются, потому что наш комплект парфюм сегодня еще будет в двух цветах, но об этом немножечко позже. Все позже мы увидим, а сейчас, конечно, я бы хотела поговорить о нашем комплекте, полноценном комплекте, который действительно внесет изысканные акценты в каждый дом, подчеркнет, знаешь, такой вкус хозяина, каждой хозяйки, ну и главное, что такие теплые оттенки, они будут гармонировать, Оль, в любых интерьерах. Смотри, современный интерьер, классический интерьер, хай-тек не имеет значения. В каждый дом впишутся такие шторы. И еще на целых 15 лет. 15-летняя гарантия – это всегда очень приятно, тем более за такую стоимость. Дорогие телезрители, если вы никогда не делали покупок на телеканале, я считаю, что нужно начать непременно именно с этого грандиозного предложения. За 3400 рублей лично я видела 1 метр похожей ткани. Но у нас на телеканале сегодня готовое решение. Вы только посмотрите, нежное предложение. Цветочки как будто прям оживают, да, на наших шторах. Кстати, вот, Кать, к тебе вопрос. Как возникает такая реалистичность? Вот насколько сильно все это прокрашивает и насколько это стойко? Оль, ну я тебе хочу сказать, что благодаря новейшим технологиям у нас и появились такие необыкновенные шторы. Это фотошторы, которые изготавливают особой печатью. Называется она сублимационная. За счет этого мы получаем действительно очень стойкое окрашивание. И такие шторы будут радовать вас в каждом интерьере, в каждом доме без потери качества 15 лет. Ну и что очень важно, вот вы, кстати, Олечка, мы видим, как производит такую печать, как ее изготавливают. Вот в данный момент мы видим обычную печать, которая со временем начинает трескаться, которая начинает, скажем так, облазить, она некачественная, потому что она просто накладывается, знаешь, сверху, скажем так, на полотно. Но когда сублимационная печать, она проникает за счет высокой температуры в саму структуру, материал прокрашивается, волокно прокрашивается, и за счет этого... Шторы служат верой и правдой, без потери качества, минимум 15 лет, не линяют, не выгорают, остаются такими же яркими и насыщенными. О, так что если вы, милые наши любимые телезрители, предпочитаете качество, гарантия 15-летняя у нас сегодня идет на данные шторы. Качество перед вами, нежность вашего интерьера и доступная цена 3499 рублей. Это с максимальной скидкой цена, представленная для вас. За эту стоимость вы приобретаете полноценный комплект. Две портьеры и чудесный тюль. Давайте у Катюши спросим также про тюль, да? Ведь он не банально белого цвета, он также усыпан такими нежными цветами. Да, Оль, ты знаешь, так как это у нас, как и наши портьеры, это не просто тюль, это фототюль, дизайнерский фототюль. Я, кстати, хочу отметить, что именно фотошторы и фототюль находятся в данный момент просто на пике популярности. Ну, конечно, как эксперт я не могу, да, не пройти мимо Кати. Потому что это самое основное. А наш тюль изготавливается, Олечка, также сублимационной печатью, как и портьеры. За счет этого мы видим настолько, настолько четкую прорисовку, да, даже вот мельчайшие лепесточки, мельчайшие такие жилочки, все прорисовывается настолько великолепно. Но важный момент, что, как и портьеры, наш тюль не боится прямых солнечных лучей, а значит, не будет выгорать, не дает усадку после стирки и не линяет даже после многочисленных стирок. Главное – соблюдать температурный режим. Какой температурный режим? 30 градусов, деликатный режим. В вашем доме, что самое главное, Оль, мы будем экономить и время, и деньги на химчистке. Да, главные деньги сегодня мы максимально экономим. Аж 3000 рублей – это ваша сегодняшняя скидка. И не забудьте, что 15% от стоимости этого заказа.
газа и любых других, которые будете сегодня делать на телеканале, возвращается на вашу золотую накопительную карту. Ты знаешь, я всегда раньше думала, что в мой интерьер фото шторы не подходят. У меня окна выходят на лоджию, поэтому все время темно. Но я думаю, зачем мне фотошторы, если я все время буду их раздвигать, тюль. Ну, а как здорово, что у нас наше предложение, даже если раздвинуть, мы все равно обнаружим здесь нежные цветы, которые представлены на тюле. Тюль дополнительно покупать не нужно, он идет в комплекте. Теперь, знаешь, я хотела тебя про размеры спросить. Да. Просто, Катюш, у всех разные окна. Согласна. Вот у меня, например, где-то от стены до стены где-то 3,5 метра. Подойдет вот это? Олечка, конечно, подойдет. Смотри, у нас каждая портьера 1,5 метра. Угу. Плюс ведь еще и тюль, ширина у которой 290 сантиметров. Пожалуйста, ну два полотна. Конечно, прекрасно подойдет. Прекрасно. По краям ты повесишь портьеры, а середина у тебя будет изысканный тюль, который еще, кстати, визуально расширит пространство. Я хочу отметить не только за счет своей цветовой гаммы, но и за счет того, что будет в комнате больше света. Угу. Кстати, хочу еще, знаешь, Оль, уделить внимание вот какому нюансу. Наши шторы, да, они подчеркнут еще статус прекрасной хозяйки. И, и заботливой мамы. Потому что, смотри, мы же согласись все. Вот я знаю, что ты великолепная хозяйка. Мы любим, чтобы наши родные и близкие, да, наша семья всегда дышала свежестью. Mm-hmm. Чтобы у нас дома было свежо, чисто. Так вот, за счет особого плотного плетения шторы просто отталкивают пыль. А это значит, что дом будет наполнен свежестью и чистотой. Здорово, прям для моей подружки срочно нужно посоветовать именно этот комплект. У нее ребенок, мальчик, аллергик, Ромчика, поэтому вот прям вот идеальное решение для нее, чтобы постоянно не стирать, да? Верно. Раз отталкивает пыль, вообще грандиозно. 3499 рублей. За нежность в вашем доме. Такие нежные, теплые оттенки. Увеличивающие пространство, ты говорила, конечно, правильно? Разлегают границы пространства за счет цветовой гаммы. Ну и за счет того, конечно, что это новейшие технологии. Это не просто шторы, это фотошторы. Посмотрите, какой это дизайн. Обратите внимание, какая изысканность. Какая такая картина классическая, что очень важно. И подойдет, конечно, для любого дома, для любого интерьера. Классический. Да. Современный, в каждый дом и в каждую комнату. Для спальни, для гостиной, для детской также великолепное решение. Ну а почему бы не попаловать себя на кухне, я бы хотела сказать. Да, друзья, кстати, выбирайте для себя, а применение вы уж однозначно найдете. Парфюм, так называется, полный комплект. Тюль, два полотна и портьеры тоже два полотна. Со специальной максимальной скидкой для вас.